там с тобой нельзя, ничто, никак не слышать, ничего. Вот здесь он хочет, у него мужские инстинкты. Он мне только вот это сказал. А мне интересно, что у него тут просто, а сердце что-нибудь чувствует? Не понял, что... Я ему сегодня это говорю, а он сразу такой, что вот тут, что? Часы там сразу поправляет такой. Что ты имеешь в виду? Отношения? Какие отношения? Ну, мне кажется, он переводит все отношения с тобой в шутку почему-то. Ты должна просто поговорить и объяснить. Вот поставить все точки над «и». Он тебе подарил цветы, сука. Он тебе подарил цветы, ты понимаешь, что он уже какой-то симпатик тебя представляет. Он не просто человек. Ну, а зачем он говорит мне, что все, нет, мы только друзья? Но, может быть, он разорился, то, что я записал диктофон из-за этого. До диктофона он мне говорил это. Зачем самоши перейти? Может быть, он хотел просто какого-то активности в соцсетях ради... Да есть прекрасно, вот как хорошо мне на самом деле, жить. Если что, просто все ради выгоды в интернет-сфере общаются, ты должна была понять, что, может быть, он сделал для каких-то охватов или для чего-либо. Но очень тяжкая ситуация с тобой, потому что если ты увидела в нем потенциального какого-то ухажера или парня, тебе тяжело просто с ним общаться. Но тебе надо с ним поговорить. Я уверен, что у него есть к тебе чувства, и эта любовь не... в одну сторону, на любой взаимную. Это пи***ц какой-то, блядь. У меня мама это посмотрит, скажет, ну нахуй, сынок, ты ебанулся, иди к психологу, блядь. Что, я что-нибудь? Да. Ну, идемте, опаздываем. Мы справились. Так, все, Лиз, тайминг, все, идем. А в чем тайминг? Все. А почему у нас режиссер продюсеру говорит о тайминге, а не продюсер режиссеру? Тим, поздравляем тебя, у тебя вышла песня. Поздравляем тебя. Проверь, я был такой день, я не помню, какое это было число. Мне настолько было больно, что я села один ток. Мне настолько больно было, я не знаю, что просто... Я реально рыдала, сидела одна в комнате. Это в Сочи? Да, вот. Ты бы хотела встречаться с... Ну, хоть что-нибудь. Алло. Привет, мам. Следующий вопрос. Тебе нравится все же Настя или Мари Сен? Какие у меня чувства, какие у меня отношения с Машей Сен? Это не вчера я решил, понимаешь? Я понимаю, что не вчера ты это решил. Я это все понимаю. И еще... Знаешь, тут надо было... Что? Как бы обговаривать эти темы. Вот именно, что обговаривать. И каждый раз, когда я проводил с вами эту тему, если это как-то тема касалась хоть как-то где-то краем глаза ЛГБТ, вы видели свою реакцию? Ты гей. Ты не знал, у меня есть девушка. Что? Тебя сопровождение? Она прилетит сегодня. Она уже прилетела. А, да? Он ее прячет?
Где Володя? Его здесь нет? Володя завтра с тёлкой приедет какой-то. Я об этом никому не рассказывал, и вы об этом не знаете, но завтра Володя приезжает с тёлочкой. Всем привет! Я снова с вами. И если вы думали, что история закончилась, то это совсем не так. Многие сейчас пишут, что я та самая девочка, которая на самом деле надумала себе эти отношения, я придумала себе какие-то образы и себе эту влюбленность непонятную. Как можно придумать какие-то слова, которые Володя мне говорил, когда мы с ним лежали вместе? Он говорит: я тебя хочу обнимать, ты мне так сильно нравишься, я не хочу тебя отпускать. Но после таких слов сложно что-то не так понять. И вот тут вот стоит краб. И они смотрят на меня и такие... Ну, начинают спрашивать, как у меня дела. Ну, это... Когда нам мне что-то не разрешают снимать, просто трясти начинает меня. Что такое? Руками? Вы меня сейчас руками... Вы не имеете права на камеру. Все, ну, вчера произошло две ситуации, и типа из одной... Два красивых человека полюбили друг друга. Я всегда сдерживался. У меня не было такого состояния. Знаешь, я всегда сдерживалась, и потом я пошла к психологу, и он мне сказал: то, что ты сдерживаешься, это тебе же плохо будет. Ну да. Потому что в какой-то момент у тебя случится твой бу, да. И ты просто изольешь на... Просто... Что я чувствую? Я чувствую игнор в свою сторону. Я подхожу, у него меняется настроение, он уходит. Раз, главное, что полетели. А так, мы с Тимом друзья, всегда были и остаемся. Я считаю, что я с Тимом общаюсь лучше всех, честно. В XO я общаюсь лучше всех с Тимом. Почти всех раскрыть, что вообще была задача какая-то невыполнимая для нас. Я хочу... Парила, какие бы ни были у нас планы, какая бы ни была режиссура, если бы вы нам не помогли вам раскрыться, тем, что вы доверились очень многие, вообще бы ничего не получилось. Были какие-то разговоры, которые были многим неприятны, но только, блин, так возможно раскрыть. Очень неприятно и больно. Меня уже просто не выдерживает, я после этого реалити просто записываюсь к психика. Я после этого реалити просто записываюсь к психиатру, чтобы понять, что со мной происходит, чтобы вылечить свои нервы, которые я здесь потратила. Спасибо.